настоящее время Узпромстройбанк совместно с Международной финансовой корпорацией осуществляет процесс трансформации, в результате которого он постепенно преобразовывается в современный банк, отвечающий международным стандартам. Интересы клиентов при этом ставятся на первое место. Несомненно, следует проделать определенную работу для достижения эффективных результатов. В первую очередь, колл-центр банка начал свою работу в полностью обновленном порядке. С помощью современных программ даются ответы на вопросы клиентов. В том числе сотрудники оперативно реагируют на обращения, поступившие из социальных сетей. Руководитель колл-центра Шахноза Алимова предоставила подробную информацию о количестве поступающих за сутки обращений от клиентов, а также о самом центре. Наш обновленный современный офис организован под лозунгами «Счастливый клиент и счастливый сотрудник», поскольку здесь созданы все условия для них. Основная задача сотрудников колл-центра заключается в проведении разъяснений клиентам по банковским продуктам, доведении до них любой информации, выявлении их потребностей и разъяснении их преимуществ, проведении маркетинговых исследований и внесении руководства предложений на основании обращений клиентов. В колл-центре работают 10 сотрудников, которые в среднем в день обрабатывают 2500 обращений. Сотрудники колл-центра довольны созданными для них условиями. Наш современный колл-центр стал таким благодаря новой мебели, оборудованию и технологиям. Для нас и клиентов банка создаются условия для более комфортной и эффективной работы. В Узпромстройбанке также налажена деятельность центра Soft Collection, то есть погашение задолженности. В настоящее время у нас широко практикуются онлайн-кредиты, поэтому мы и рассмотрели вопрос возврата кредита в централизованном порядке и создали отдел Soft Collection. В отделе работают 20 сотрудников, каждый из которых совершает в день 300 звонков и консультирует клиентов по вопросам, связанным с кредитами. Централизованный отдел службы погашения задолженности осуществляет деятельность эффективным конвейерным способом дистанционного сбора долгов. Одной из основных задач сотрудников является оказание помощи клиентам в погашении задолженности по кредитам удобным для них способом. Сотрудники этого центра проходят предварительную психологическую подготовку перед общением с клиентами. К примеру, пришло время погашения кредита, но клиент не платежеспособен. В таких случаях ему предоставляют дополнительное время для его погашения. Для дальнейшего совершенствования работы колл-центра и направления Soft Collection намечено сотрудничество с международными экспертами. В итоге, в ближайшем будущем клиенты смогут в онлайн-режиме воспользоваться всеми услугами банка.